Хей, гайс, с вами Шамики, мы продолжаем проходить игру под названием Made of Scare. Ну чё, давайте смотреть, мы с вами в каком-то парке. Это походу как раз место, где вот речка, да, была? Где-то. Ух ты ж, ё-моё. Так, он уходит по кругу, это хорошо. Ну, они не слышат, да? Ну, пускай он меня добивает. Ну хотя, слушайте, он меня, считайте, впритык не видит. Я, наверное, все-таки сложность немножко увеличу. Ну типа, окей, если брать тот же Outlast, у меня там только проблема была, это я включал легкую сложность, да, только более-менее. Не то, что враги там, там сложность зависела только от батарейки. То есть, чем у тебя сложнее, тем... больше, меньше батареек ты находишь. Здесь. Ой, бля, еще заново. Поэтому. Ну, сейчас посмотрим, если меня будут все равно не замечать. Ну, мне кажется, только он меня не замечает пока что. В принципе, не, мне кажется, безопаснее будет просто за ним пойти. То есть мы сейчас с вами в какой-то степени видим, что у меня хилка есть, то нормально. Мне интересно, ну ты точно. Мы можем вернуться, а дом запер, да? А.
Так, мистическая записка. И я слышу шепот семьи Уэлсон. И зная о старых злодеяниях, которые они совершили, слишком много говорит о том, что никакие они не чистые люди. Главарь этих бандитов – Джебедал Уильямс, глава семейки Уильямс. Они не просто скромные рыбаки со слишком глубокими карманами. Это необычно и подозрительно. Я не сомневаюсь, что корабли, которые в последние годы начали пропадать в районе острова Скер, это их рук дело. Бедные моряки с тех пор, с тех судов, они стали их наживой. Так. Спрятавшись на их земле, я доберусь до правды. В слухах не может не быть хотя бы доли правды. Семейка Уильямс, бандиты, разрушители кораблей и убийцы. Я разоблачу их, и добрые люди узнают правду. Смотрю, парень, ты Леонитинку любишь? Ладно, походу больше никого. А хотя, если я сдохну, мне заново же придется его правильно проходить. Так я хотя бы... по-тихому иду. Так, где костер, значит там и он. Так, следуй местность. Так, врата раз. Ну, это другое озеро, да? Почему ты кашляешь у костра? Как будто у него астма какая-то. Я не знаю. Собачка. Теперь мне скер. Страшно. О, классно, да, у нас меняется обстановка. Оп. Зеленая, светлая. Не, тут быстрого сохранения, как я понимаю, нету, да? А смысл мне тогда... Блин, не знаю. Сейчас бы понять, что мне делать. Ну, я понимаю, что мне сюда, да? Давайте немного похожу, посмотрю. Ну, меня прикалывают. Тут, конечно, дым на кладбище. Дымная лачина чисто. А мне так и говорят, да, типа, посмотри на эту могилу. А я вот не хочу, я хочу пройти дальше. Я лучше изучу место, что потом... так сказать,
Дать по тапкам и съебаться. Так, походу я сюда все равно поднимусь, да? Подожди. Показалось. Я подумал, что эта херня мне тоже хп отнимает. Дым. Так, ну по-любому, либо сейчас на меня собака нападет, либо еще какая-то чертовщина будет. О, мужик! Два мужика. Как он заметил нас? Ну да, нужно же выглянуть. Мы видим руку, не смей. Не смей это делать. Ага. О, это что, отсылка на Tomb Raider? Почему он вообще поднялся, чтобы посмотреть? Он что, глупый? Так, мы по... О. А, бабочка. Подумал я. Так, письмо о культе Джебедая. Джебедай, что-то знакомое. Дорогие братья и сестры, Высший Совет Тихих приглашает вас поклониться песне вашего источника. Вместе мы получим истинную власть. Принесите с собой жертву из плоти и костей. Предайте жертву слабость внутри. Присоединяйтесь к нам в ритуале возрождения. Не забывайте свои одежды тихих, чтобы оградить себя от тех пиявок, которые мы приносим в жертву. Наш любимый молчайший последователь Пруденс назвался на должность жрицы. Это высокая честь для всех нас. Она будет пазан... Пазана на следующей встрече братьев и сестер. С искренней тишиной вас, ваш Джебедай Уильямс. Ну, я знаю, Джебедай с Симс, или как-то так, я не помню точно. Но что-то знакомое вот. Ну, я смотрю... Так, залагало, значит, это плохо уже. Так, кто-то дышит. Раз. Тот. А, подожди, я отсюда пришел. А я потом уже у нас с пяти начало. Я помню, только я дверь видел, потом... Повернулся уже хроп. М
Сейф, неплохо. Так, конечно, хорошо, что ты говоришь это. Но я не понимаю, почему я должна. Мне не нравится мысль, чем тебе. У меня есть другие дела. Требуется моего внимания на твоей отец. Следи за тем, чтобы она занималась. Она должна быть готова. Это его слова. Быть готова для чего? Эта штуковина вращается. Так что продолжи начинать петь. Он сказал, что я должна быть готова. Ну... Откуда же мне знать, что на уме у моего братца? Черт возьми, подруга, ты, черт возьми, собираешься петь или как? Ладно. Хорошо. Я не прошу роскошной жизни. Золото всего мира или драгоценные жемчужины. Короче, понятно. А так мы как раз будем смотреть, пропускаем мы вообще что-нибудь. Так, 4 есть. Не, фонографы мы еще пока не пропустили, слава богу. Фонографы, блин, вот листики, фонографы, это в какой-то степени, можно сказать, сюжетные изделия. Вот, смотрите, там темнотища полная. По факту и тут спуск есть. А. Я просто знаю, типа, спиной всегда проходи, чтобы узнать. Ну ладно, пойдемте. Клетка. То есть кого-то просто держали, чтобы она пела? А, вот проход. Странно, что тут еще никого не было. Короче, там, где вот эта пыль летает, значит, мы не можем просто так проходить. Манать здесь сокровищ. От отчетности Исаака о корабле Providence. 3 февраля 1874 год. Прошлой ночью шторм с летелом обрушился на остров. Говорят, что... Побережье видели судно, и мой отец приказал нам погасить пламя маяка. Ходят слухи, что корабль сел на мель, на каменном побережье, к востоку от Скер. Я восторженный размерами судна, заметил выгравленную на табличке на левом борту название корабля «Хэмс Провиденс». 10 февраля... 1874 года. Мои люди по приказу отца притащили останки корабля в пещеру под Скер. Мы сохранили все, что можно было с... Сохранили все, что можно было с корабля. Все, что могло представлять ценность, самое важное, что хранилось в грузовом отсеке. 11 февраля 1874 год. Мы что-то нашли под обломками, оно было спрятано в грузовом отсеке. Я никогда такого не видел. Оно живое и в ужасном состоянии. Мой отец считает, что нам повезло, что оно слабо, ибо оно пытается спеть. Один из моих людей, разгружавший отсек, начал вести себя странно в присутствии этого существа. Казалось, что его пение одурманивает его, даже когда оно было в таком ослабленном состоянии. Это потрясающе, это нужно записать. И это заинтересовало отца. Чем больше я узнаю об этом безумном существе, тем больше мне кажется, что пение песни, она занимает свою добычу, чтобы насытиться и выжить. Мой отец начинает видеть потенциал этого зверя, как мы можем использовать его способность, если нам удастся заполучить ее. 15 февраля 1874 год. Мой отец начал использовать это существо к мысу Скер. Он приковал его к маяку, и оно приманивает сюда. Это поможет нам увеличить потенциал заработка
кораблекрушений. Эту силу можно использовать не только здесь. Моя любимая Проденс поможет мне в этом. Нужно немного времени, чтобы рассказать об этом отцу и получить его благословение. Айс Исаак Уэлмс. Окей, короче, у нас есть какое-то существо, которое гипнотизирует своим пением. Я хочу забрать. Так, дверь там была закрыта, я не мог ее открыть. Я же рассчитывал, что я отсюда попаду наверх. Манас, если я ее не получу. Идите в шопу, короче говоря, поняли? Я пытался, вы помните, перед могилой, которую, чтобы... получить хилку, и я подходил к этой херне. Манать, он тут еще и не один. Стоп, а где было последнее сохранение? Вспомнил. Так, мне нужно понять, как он ходит. Тот, походу, стоит на месте. Угу. Хм, но он ходит туда-сюда. А что мне мешает тогда просто вот так, здесь по центру обойти? Либо туда пойти, либо вот здесь обойти туда. Один хер, он слепой. Окей, он сейчас уходит, мы с вами спрыгиваем и идем далее. На что ты оборачиваешься? Я еще не спрыгнул, ты меня не слышишь. Ты дурак, ты чё кашлять начал? Я там пыль не видел. Мне нужна точная гарантия, поэтому я жду, пока он уйдет, чтобы я прошел с этой стороны. Так, там еще один рычаг.
Вопрос, какого фига? Я не мог запитать. Окей, я опустил рычаг. Стоп, а где еще один? Я второго потерял. А вот он, фу. Окей. Сложно не было. А если... А, идите нахер. Со своими куклами. Ну, видите, здесь можно чисто на контре потихоньку идти. Если знать маршрут. Ага, я лучше спрячусь пока. О, нихера. Здорово, водяра. О, здорово. Ритуалы записи Джебедая. Так, сначала умывается ебало, после чего поклоняется и одевается навсегда маску, да? Благословение. Опустите последователя в воду, чтобы очистить от нечистот. Молитва. Подвергнуть их рабству. А, прикольно. Экзорцизм. Защитить их чувства от песни. То есть закрыть уши. Перерождение. Воскресить нового приверженца тишины. Джедая А. Уильямс. 1875. Прикольно. Что сказать?
Блин, ну я понимаю, что я уже не все собрал эти предметы, которые нужно собрать. Я не все их собрал. Нужно будет посмотреть, что будет, если их все собрать. Короче, чем я быстрее бегаю, тем я... Вау. Как краска поменялась. Так, стоп, а куда идти? Сюда? Ну слушайте, зато теперь мы знаем, что с их лицами. Их поливают кипятком, потом обжигают. Поэтому они ничего не видят, потому что у них лицо спаленное. Поэтому они только слышат. Эта собака прыгнула сюда, в текстуру. Может быть, нас просто куда-то ведут? Я просто не понимаю немножко. Но задержите дыхание, чтобы издавать как можно меньше шума. Мне интересно, шаги, когда я во что-то врезаюсь, да, просто иду по траве, меня это палит или нет? Я вот этого понять не могу. Пока что идет все спокойно в плане того, что здесь довольно все линейно. Нету никаких многоходовочек. У нас нету так все еще ключей, у нас только одна катушка. Минус листва. Про лаги, значит, что-то появилось. Так, мне бы сейф найти и закончить. Так, это сейф комната, да? Свечи, свечи. Украшения. Чего тут так много мух? Ну, главное, здесь он не кашляет, ничего вообще. Я должна рассказать кому-нибудь. Не держать это в себе. Мой отец не знает, что я делаю эту запись. Но мне нужно выговориться. Например, тебе, мама. Он заставляет меня снова и снова и снова заставляет заниматься пением. Пока я не умру. Это еще не все. В последнее время он стал одержим. Он полностью поглощен своей новой схемы восстановления отеля. Я не знаю почему. Он и Авраам так зачем в последнее время они стали... Я подслушал их разговор об исчезновении гостя, который, как и я полагаю, не заплатил. Отец был в ярости, что у него не получается ничего исправить. И мама, ты никогда не слышала таких слов. Я знаю, что у нас кончаются деньги, и он всем сердцем желает восстановить былую славу отеля. Он столько сваливает на мои плечи. Я не уверен, что я смогу это выдержать. Я не уверен, что могу быть тобой.
Окей, мы прослушали диалог. Ебать, мухи размножаются. Видимо, вот это след. Давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом все-таки закончим. В следующей серии мы опять нажмем эту кнопку. Потому что я привык уже к... ну вы поняли. Поэтому как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.